Здравствуйте, наши дорогие зрители, с вами Валентина, канал Тайский край глазами по москвичке. Сегодня у нас 13 августа, мы находимся в теплице, и объем работы я вам сейчас покажу. Ой, солнышко, солнышко. Опять взяло и все поназрело. То есть вон что творится в теплице. Я, конечно, 20-литровое ведро взяла, но я не знаю, все влезет или нет. Буду снимать только такие уже, которые... Прям совсем уже пара которой. Интересно, что это такое белое? У меня есть подозрение, но что-то сильно... Вот это ничего себе. Дождевики. Ого. Это камни. Сядь, сядь. Это не камни, это грибы. Дождевики. Сядь вот сюда. Да, говорят, их едят. Едят, а их можно трогать? Ну, трогай. Потом руки мой. Вот этот побольше. Вот это грибочки. Вот их наросло. Вот, даже маленький вон есть. Выросли. Говорят, едят их любят. Мы-то, конечно, не ели их никогда. На хлеба не смотрел? Нет. Там он косуленок маленький. Справа. Вот он стоит. Вот это поля. Вот он. Косуленок. Сейчас я попробую кругом обойти. Потому что вам не видно. Вот он между тополей. Вот он стоит, на меня смотрит. Ой, какая зая. Он побежал, побежал. Вот, вот. Нет. Он классно прыгает, его не видать. Вот он, вот он, вот он. Вот он бежит. Ой, как классно прыгает. Ой, как заяц, видели? Сейчас я пойду с той стороны. Куда он пошел, как вы думаете? Нет, ну а вдруг? Он еще где-нибудь здесь, а не залез в эти кусты. Серега сказал, он здесь живет. Вот он. Вот он. Видите? Такой классный. Один без мамки. Ой, какая прелесть. Ой, вообще. Стоит, смотрит. Ты что орешь, дурак? Ой, какая прелесть. Пошел, 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 пошел. Класс какой. О! Ой, да ты какой красавец. Вон он. Ой. Где? Смотри, вот он. Куда ты побежал? Вон он скачет, видно, нет? Все, убежал на дороге. Там вон телята недалеке. Ну вообще, да? Это супер какой-то такой прикольный. Вообще. Вот он скачет по полю. Вон.
полю скачет. Я надеюсь, будет не сильно плохо видно. Роса сегодня обильная. Летом таких роз не бывает. Прям следы корова прошла. Такие дорожки. Вон сколько ходит бесхозного молодняка. Наших тут дразнят. Вон они. Пришли и смотрят. Чё тут смотреть? Интересно, где сегодня выбрался бык из пастуха? Вот здесь вышли. И голуба. Голуба в стадо, наверное, убежала. Бык дома. Вот. Эти-то гуляют им по барабану. А вот остальных нету. Как-то ее надо теперь на место-то. Ой. А надо было ее сначала, наверное, завернуть. Потому что с ней-то я ее сейчас не заверну. Верну-ка, иди обратно. Сейчас попробую туда. Все дома. А это загуляла и потерялась. Вот второй заход. 1,5 километра от дома. Идем. Мы с коровой вдвоем. Куда ты собралась? Хорошо нашли. Отсюда. Ну-ка. Ушли. Навели тут порядки. Без вас. Куда они? Вай-вай-вай-вай-вай-вай. Уходите. Надо дверь им открыть, слышишь? Уходим все. Ой. А тёлку? Какие еще закрывашки? А, горшков? Ну, тебе горшки-то зачем? Ну, это для маленьких же. Пошли. Че это? Это тоже все для маленьких, зай. Это же не тебе. Смотри. Я чего нашла? Смотри, я чего нашла. Коврик. Вот. Ну вот, мама. Мама, смотри, вот она коровка. Мама, смотри, вот она коровка. Да, это тоже все для... А вот ей. А вот... Это все для мамы. Вот лошадка. Ну. Вот, еще одна коробка. Где у нас папа пропал? Кошки. Все увидали кошек. Всем сразу интересно. Идите, вон еще один. Господи. Не знаю, чьи кошки, вон еще один. Такие любопытные. Иди! Идите. Все, встали. Утро начинается с накачки колеса. Вернее, не начинается, а продолжается. С молоко везти. А там колесо. Опять спустила машину. Сейчас быстренько надуем. А чтобы колесо накачать, надо трактор завести. Мама, потому что мы быстро ехали. Да. Да.
Сейчас. Быстренько. Раз. Не надо. По траве не ходи, пожалуйста. Сырая трава. Вот. Смотрите, трава какая. Вон, кушайте травку. Кушайте. Вон какая травка. Все, молодцы. Все, худющие, давайте отъедайтесь. Худоба моя. Отъедайтесь. Да ну не трогай телефон-то. Где сейчас за сборище солдатиков? Вон а что? Вон там еще. Вон сколько. Чего пришли? Худобы. Пошли, свинья. Пошли. Пошли со мной, свинья. А? Пошли домой. Пошли со мной. Пошли. Пошли. Ну, чтоб погуляли. Вот как она тебя съест, если ты за забором? Черника с братьями. Че встали-то? Телят не видели маленьких, что ли? Угу. Интересно, у нее расцветка. У нее теперь черное лицо стало, морда. Сама коричневая, морда черная. Ураганит потихоньку. Что-то нехилое идет. Февраля загоняли к быку сюда. Ну и их всех бык удрал. Всех загоняли. Набегали. Иди, иди. Иди, я приду. Вообще он ее боится. Да, порвут они пастух. Да. Ну ладно, что теперь. На улице красота какая. Февраля не кроется же. Полгода. Че орешь, дурак? Крой ее, ладно. Крой давай ее. И пошли. Все, уморился. Thank you.
Че ругаешься-то? Все, мы ушли. Давайте как хотите сами. Небо красивое. Люблю такое, когда оно полосами вот такими вот. Там уже начинает тополь желтеть. Продолжает. Он начал давно. 21 августа. Помидоры в открытом грунте. Ё-моё. Усыпано их. Вот в таком вот бурьяне. Вот это я прошла несколько кустов. Собрала два ведра. Вот это третье ведро. Но я же не все подряд собираю. Может, еще порастут. А там вот коровы идут. Стадо. Наши бесятся. Когда стадо мимо вон прется. Орут. Те орут, эти орут. Сейчас пойди уйдет бык у нас. Вон они. Вот они около пастуха. Ой, меня сегодня как шваркнул пастух. Все вроде отогнал. А в теплице вот что делается. Тоже надо все собирать. Ой. Вот эти вот очень... Ой, я уронила. Вот эти вот очень вкусные. Нравится мне их есть. Так, ну здесь уже... поменьше. Почему-то вянут. Так вот листья вянут почему-то. И маленьких этот год мало. Ладно, есть немножко. Вот я насобирала. Ну вот пол ведра красного.